В свет вышла книга, посвященная светлой памяти известного ученого, ведущего тюрколога, доктора филологических наук, члена Совета востоковедов России Герасима Левина. Сегодня в зале заседания ученого Совета СВФУ состоялась ее презентация. Книга вышла в издательстве «Битчик» в серии «Ими гордится Якутия». Левин Герасим Герасимович прожил короткую, но удивительно яркую жизнь, оставив после себя добрую память как ученый, учитель, друг и муж. Его жизнь была отдана науке. Герасим Левин специализировался в области сравнительно-исторического изучения тюркских и монгольских языков, занимался проблемой исторической связи якутского языка с древнетюркскими, современными тюркскими и монгольскими языками, изучал проблему ленско-прибалтийских рунических надписей.